Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Максим Галкин, будучи героем популярного YouTube-шоу «А поговорить», разоткровенничался перед зрителями. Известный шоумен и телеведущий признался, что он часто обсуждает со своей супругой темы, связанные с ее уходом и воспитанием их несовершеннолетних детей. Он поведал, что Примадонна понимает, 7-летние Гарри и Лиза могут остаться без матери. Надеясь приучить своих детей к принятию правильных решений и самостоятельности, Алла Борисовна старается быть всегда рядом с ними. Сам же шоумен заявил в интервью, что тщательно готовится стать отцом-одиночкой. Он очень ответственно следит за своим физическим здоровьем и не совершает авантюрных поступков. Галкин предельно внимательно относится к воспитанию Гарри и Лизы и осознает, что в дальнейшем ему придется в одиночку заботиться о них. Также Максим рассказал, что сейчас Алла Борисовна ведет здоровый образ жизни. На фоне своей энергичной и жизнерадостной жены он чувствует себя настоящим пенсионером. Галкин не видит в своей возлюбленной признаков старости. 71-летняя Примадонна выглядит не на свой возраст. Он также признался, что в их семье царит взаимопонимание, любовь и идиллия, к которой многие пары только стремятся. Если вы любите песни Аллы Пугачевой, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!